Ребят, приветствую вас, и мы сегодня с вами. Как бы мне стыдно не звучало, но за полтора года первый раз я оказался с вами именно на канатной дороге, которая называется у нас «Горький город». Я не знал, что здесь у нас уже открылся сезон. А так бы я, конечно же, уже взял бы и приехал бы сюда на чем-либо. Но в итоге сейчас попробуем пройти у нас с квадрокоптером, а там уже видно будет. Получится, не получится. На данном этапе здесь уже очень много у нас народу. Есть и лыжники, есть у нас и те же самые, не знаю, там, есть у нас те же самые люди, которые просто хотят так же, как я, подняться, посмотреть. Есть у нас уже снежок. В общем, идем с вами дальше. Ну, а мы пойдем с вами металлоискатель, идем с вами дальше. Пока. Так, ребят, прошел я с квадрокоптером. Посмотрим, может быть, все-таки получится взять и пробежать дальше. Может быть, даже получится с вами полетать. Посмотрим, как это будет выглядеть. Пока. Итак, поднялись мы с вами на отметку 1 километр. Сразу говорю, здесь я нахожусь впервые, потому что в основном давал предпочтение у нас таким местам, которые называются у нас либо «Газпром», либо же «Роза Хутор». Здесь я в первый раз. Сейчас мы с вами здесь погуляем, посмотрим. Может быть, даже сделаем пару фотографий. Ну и, конечно, поднимемся с вами повыше, там уже будет видно. Итак, продолжаем гулять. Итак, ребят, давайте продолжим. Смотрите, поднимаемся мы с вами в подъемнике, поднимаемся в кабинке. Сразу говорю, качество «Роза Хутор» кабинки, конечно, гораздо лучше, в разы лучше. Здесь видно, что они уже потрепанные, раскачивают сильнее продольно раскачках. Поэтому в целом, как бы, «Роза Хутор» дороже обходится катание, но оно того стоит, даже в целях безопасности. Я, конечно же, за «Роза Хутор». Что касается красоты, красота примерно она одинаковая, вещь абстрактная. Вот они стоят у нас голые деревья. В любом случае, если хочется, чтобы были у нас хвойные растения, все, это тогда уже лучше на «Газпром». Ну, а здесь это пока обычный подъем. Есть там элементы снега, есть у нас, так скажем, снег еще пока до конца не выпал. Поднимемся с вами повыше, там уже будет понятно. Ну, пока, конечно, у меня все-таки впечатление о «Роза Хутор» на голову выше, чем «Горький город». Итак, ребят, преодолели мы еще одну пересадку. И, наверное, сейчас будет последний у нас подъемник. Будем подниматься наверх. И именно здесь уже у нас начинает кататься. Именно здесь уже начинают у нас появляться лыжники, сноубордисты. И здесь, конечно же, такая хорошая смотровая площадка. Лично мне здесь нравится. Давайте посмотрим. Ну, сразу говорю, прохладно. У нас даже, я сказал бы, супер-мега прохладно. Ну, ничего страшного нету. Поднимемся с вами чуть повыше, посмотрим. Ну что, ребят, поднялись мы с вами на вершину, на ту самую вершину, откуда у нас сейчас все катается. Давайте я вам покажу. И здесь, в принципе, есть куда еще раз развиваться, есть еще куда расти. Ну и давайте все-таки с вами посмотрим ту красоту, которая здесь есть. Ну и все-таки пик здесь идет 2200 на «Роза Хутор». Немножко, конечно, побольше. Сейчас здесь погуляем, посмотрим. Лыжников у нас уже очень-очень-очень-очень много. Ну и, конечно же, попробуем с вами прям немножко полетать. Здесь же у нас летает вертолет, что-то нас перевозит. И я могу сказать, что здесь у нас еще открывается дополнительный вид на море. Ну, я думаю, эта камера вам не сможет ничего передать. Еще у нас есть пик. Но там, получается, у нас без чего-либо нельзя. В общем, посмотрим сейчас. Ну что, заканчиваем с нами большую прогулку, и могу сказать, что в целом здесь мне все понравилось. Здесь у нас видно море, потому что с «Роза Хутор» я море у нас не видел. И здесь я могу сказать, что действительно потрясающие видовые характеристики. Сейчас я вам покажу. По-настоящему красиво, по-настоящему замечательно. Вот так у нас лыжники предпочитают
кататься. И вот, конечно, вдалеке у нас есть море, и прям видно у нас весь город. Ну что, давайте, пока мы так получилось, что я оказался в Калининке один, сразу говорю, так как мы оказались с вами в России, пока вот летал, посмотрел, пьяных здесь хватает, именно тех людей, которые у нас предпочитают взять там бутылку из-под колы, налить вискарь, и этим гордиться, и тем самым пить, потому что как раз вот я увидел, как ребенок, видать, не ту колу тяпнул, и все, на него ругались, ребенка там во рту все горело. Ну, в общем, вот так вот. Подъемники, соответственно, вот они. Такие, как бы на них подниматься и спускаться довольно-таки комфортно. В том плане, что все-таки ну, закрыты, не так холодно. Хотя можно тоже у нас небольшие форточки наверху закрыть. В целом, я остался прогулкой доволен. Какая цена вопроса? Цена вопроса вот здесь у нас стоит 1300 рублей. 1300 это у нас разовое посещение. Опять же, взял я у нас визитку одного из инструкторов, да, и договорились мы с ним, что все-таки будем пробовать обучаться у нас кататься на сноуборде. Цена вопроса тренера, который тебя будет обучать, 4600 за 2 часа, это в будни, и в праздничные дни это 5000 рублей за 2 часа. Соответственно, 2500 рублей получается час. За это время, как бы, говорят, что должны научить. Но, опять же, все зависит все-таки от способностей, от задатков и тому подобное. В общем, здесь я с ними соглашусь. Есть легко обучаемые, есть тяжело обучаемые. В любом случае, я советую вам, если вы вдруг попали в Сочи, обязательно посетить у нас любой из трех горнолыжных курортов, что это будет Газпром, что это будет Роза Хутор, что это будет Горький Город. В целом, здесь тоже Горький Город, мне все понравилось. И теперь все, наверное, ребят, пока. Я даже немножко полетал на квадрокоптере, немножко для вас всего поснимал, но страшно было, потому что периодически терял связь, и у меня там перезагружалась программа, не знаю, что случилось. В общем, примерно так. Но теперь всем пока, всем хорошего настроения, и едем немножко поработаем. Пока!